Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. Сегодня мы поговорим о необычном микроскопе. Его можно отнести к вещам, которые покупаются не потому, что нужны, а потому, что захотелось или из любопытства. Знакомьтесь, Конус Клип 2. Как видите, микроскоп поставляется в маленькой картонной коробке. Внутри коробки находится микроскоп, чехольчик и краткое описание изделия. Рассмотрим микроскоп более детально. Он состоит из 20-кратного оптического блока, фонарика и съемной клипсы для крепления на корпус смартфона. Фонарик питается от трех батареек типа таблетка. Освещение образца осуществляется двумя светодиодами белого цвета. Кроме того, имеется один ультрафиолетовый светодиод, при помощи которого можно проверять подлинность денежных купюр. Чтобы включить нужный светодиод, следует слегка надавить на крышку фонарика и повернуть ее в соответствующем направлении. Передвигая крепление осветителя вдоль тубуса объектива и меняя его наклон, можно настроить максимально равномерное освещение исследуемого образца. Для оценки возможностей этого аксессуара предлагаем взглянуть на фото фрагмента денежной купюры, фрагмента ткани, обратной стороны 25-копеечной монеты. Неравномерная четкость изображения по полю зрения обусловлена рывком во время съемки с рук. Итак, в руках у нас побывал весьма интересный прибор. Можно сказать, аксессуар для мобильного телефона. Конечно, этот оптический прибор нельзя отнести к классу серьезных, но как забавная вещица, он будет интересен любопытному ребенку. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.